Всероссийская инспекция ОНФ, побывавшая в Иванове 4 ноября, выявила ряд серьезных проблем на гарантийных участках дорог города. Для чиновников мэрии визит участников федерального проекта не остался незамеченным. Результаты проверки и выявленные проблемные участки в администрации взяли на карандаш. И в самое ближайшее время собираются проконтролировать исполнение подрядчиками своих обязательств. В части гарантийных объектов необходимо отметить, что работа проводится в плановом режиме. За 2015 год у нас составлено 23 акта о устранении нарушений, которые предъявлены подрядчикам. Еще раз хочу отметить, что все нарушения, которые зафиксированы Общероссийским народным фронтом, будут устраняться в соответствии с возможностями и технологическими потребностями. То есть, если есть такая возможность, мы устраним в данный момент, а нет возможности, будем выносить на будущий период.